Да, наш город не перестает преображаться. Только подумать, ежегодно в Тюменской области вводят в эксплуатацию более 1 000 000 квадратных метров жилья. Эта цифра может быть еще больше. Современные технологии позволяют возводить этажи очень быстро и качественно. Александр Гришаков узнал, какое оно будущее строительной отрасли. Эта технология давно завоевала Европу и весь мир. С помощью тоннельной опалубки возводят жилые здания, промышленные объекты и даже станции метро. У монолитных конструкций самый долгий срок эксплуатации. Однако в Тюмени тоннельную опалубку применяет только одна строительная компания. За один строительный цикл с помощью нашего оборудования мы можем возвести как горизонтальные, так и вертикальные стены. Это увеличивает монолитность конструкции, ну и создает ее так называемую целостность. Ну и благодаря тому, что мы это возводим на оборудование, которое имеет идеальную геометрию, соответственно, мы можем говорить о ровности стен. Применение такой технологии значительно сокращает время на возведение зданий. Основной особенностью тоннельной опалубки является трансформация строительного процесса почти в промышленное производство. Этаж за этажом строят по системе повторяющихся процессов. Мы черновой вариант взяли, построили быстро, сдали вовремя, все качественно. У нас было по белому, как бы получается, я там не разбираюсь, но стены ровные, полы, стяжка была хорошая, все устраивает. Прям классно. Дома, построенные по монолитной технологии, почти не имеют швов. Они теплые и не дают усадку. Это идеальное жилье для семейных людей. Поэтому застройщик и остановил выбор планировок в пользу просторных 3- и 4-комнатных квартир. Их еще можно забронировать в 3-й и 4-й очереди квартала «Гармония».